Приветствую вас. Это вы что получается? У нас спрашиваете, будет ли с нами кто-то общаться или нет. Мы не можем этого знать. Мы, ну, как бы психологи, мы не предсказатели, мы не гадалки. Вот, если вам нужно предсказать будущее, обратитесь, пожалуйста, в раздел эзотерики. Вот. Я могу сказать, что если этот друг ваш хороший, ну, в том смысле, что, ну, что вы стали друзьями, то что мешает общаться, как бы, вне учебы, да, то есть, если это действительно друг, то у вас есть контакт, вы общаетесь там не только на учебе и там, в социальных сетях, встречаетесь и прочее, то есть, если это университет, то... То есть не какие-то такие детские отношения, да, где вот пока ты вместе, мы общаемся, тут не вместе, все, мы уже перестаем общаться. То есть тут все-таки что-то более серьезное должно быть. Вот, поэтому я думаю, что поддерживать с ним контакт и, собственно, все будет нормально. Это первое. Второе. Значит, вы почему-то считаете, что вы, ну, вы недостойны того, чтобы с вами общаться. То есть вот это как бы заниженная самооценка, да, то есть человек действительно с вами не будет общаться, если вы будете ну вести себя так вот, если вы будете ну как-то позиционировать себя так, вот, то есть вам нужно, ну, на мой взгляд, значит, все-таки больше внимания уделять именно себе, вот, а не как бы, ну, друзьям, да, вот, поэтому вопрос здесь, он вот такого типа скорее, если вы считаете, сами вот считаете, что, ну, вы недостойны, то в таком случае работать вам нужно, ну, в первую очередь, наверное, с собой, да, со своими переживаниями, со своими страхами, может быть, если они у вас имеются, вот, и так далее. То есть это вот скорее, наверное, такая больше история, такой больше момент. Вот. А в принципе, это вот то что я могу вам сказать. То есть у вас как будто, знаете, вот есть страх. То есть вы говорите, что я вот была изгоем в школе. То есть это вопрос к тому, чтобы комплексы свои проработать, да, вот, а не к тому, чтобы цепляться людей, которые, может быть, и не являются друзьями вовсе. Вот. То есть, ну, как бы, вот ваши сомнения, да, они, ну, наверное, имеют под собой какое-то основание, да, вот, и мне кажется, что с этими основаниями, ну, собственно, нужно работать, вот. Так вот мне, по крайней мере, ну, видится. Ну, вот эта история. А, так что, смотрите сами,
Дальше идем. Дальше идем. Так. Планирую устанавливаться, но вместе уже учиться не будем. Так, ну хорошо, вы не будете вместе учиться, окей. Почему не... Ну, почему не общаться вживую-то? То есть, ну хорошо, ну не будете общаться, ну да, ну бывает. А вживую-то почему? Почему вживую не общаться, помимо, ну, помимо рабочих моментов каких-то, да, и так далее. Почему такое ограничение у вас? То есть мне, если честно, этот аспект, ну, не очень ясен. Ну, вот. То есть складывается такое впечатление, что вы себя как будто ограничиваете очень сильно, вот, а это неприемлемо. Совершенно. Вот. То есть неприемлемо себя ограничивать. Вот. То есть смысл вашего вопроса, он по факту в том, да, будет ли с вами человек общаться. Вот. Но мы не можем этого знать. Еще раз повторяю вам. Не можем этого знать. Вот, потому что мы не предсказываем будущее. Вот. Поэтому, извините, но... На ваш вопрос, я думаю, можно ответить, вот, наверное, только таким образом. Вот, только, ну, только так, как я, в принципе, сказал. Вот. И, в принципе, все, наверное, больше нечего сказать. Вот, я помню вас, помню ваш, ну, профиль, вот. А мне кажется, что, ну, имеет смысл вам все-таки выбрать психолог, да, и поработать в этом направлении, ну, в направлении именно вот в том психологическом направлении. Ну, вот. То есть мне кажется, что только так вы сможете решить свои проблемы, которые у вас вот есть, ну, сейчас, да, вот на данный момент. Других просто средств, мне кажется, нет. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете значит, ну, задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.